Черт, где я? А, который час? Очень холодно, я замерзаю. А, что? Что происходит? Почему холодно в моей комнате? Мне нужно взять дрова снаружи и положить их в печь внизу. В общем, нужно спускаться. И да, сегодня у нас хоррор в Роблоксе, который очень похож на плейсы по типу странного строгого папы. Но называется он «Не дай ей войти». И наша задача будет выжить до 6 утра. Остаться целым и невредимым. И я, честно говоря, играю сейчас в него первый раз. Итак, подожди-ка, давай проверим. Мы можем спрятаться в шкафу? Да, отлично, мы можем спрятаться в шкафу. Это у нас печь, куда нам нужно принести дрова. Так нас попросили. Ну, в общем-то, будем разбираться. Плейс очень темный. Можно, как я понял из описания, оставлять включенным только два источника света. Все остальные мы не можем. Вот, например, типа этот выключили, другой включили. Час утра. Понятно, время у нас еще пока есть. Да, здесь отсылки на странных строгих пап. Это у нас прачечная. Ладно. Плюс-минус я понимаю, что нам нужно делать, поэтому поехали на улицу за дровами. Мне нужно взять дрова снаружи и положить их в печь. Окей. Так, что у нас тут? Ты здесь не один. Но это я уже понял, меня смотрят подписчики. О, пес! Здорово, пес! Охранная собака, купить. Нет, зачем нам? Нам нужно проходить без всяких лайфхаков и читов и доната. Возьмите огненное дерево. Так, взяли. Мне нужно принести дрова в печь. Фонарик есть, но его можно только купить. Будем проходить по хардкору. Без доната. Так, здесь у нас вроде бы ничего нет. Нам нужно спускаться в подвал. А подвал у нас... Черт побери, вот здесь вот он. Прям возле двери. Так, ну что, я закидываю. Все, поехало. Горит. Вроде бы все ок. Да? Вроде бы все нормально. Чего? Что за крик? Малыш плачет. А давай для начала возьмем на всякий случай еще одну... еще одни дрова. Давай проверим. Можем или нет? Наверное, да? Да, скорее всего, можем. Так, где-то плачет ребенок, которого нужно успокоить, потому что у меня же как раз бутылочка есть. А, подожди, это не здесь, это ветер, вот. Это нужно сделать, какая-то музыкальная шкатулка. Ну давай, попробуем, посмотрим, что будет. О, все. А где ребеночек-то? Так, подожди, кажется, кто-то стоит у двери. Давай сначала проверим, прежде чем открывать. О, мама пришла. А это не мамуля, это моя бывшая жена. Дайте мне войти, я хочу увидеть малыша. Я уже говорил тебе, что ты не можешь быть рядом со мной или нашим ребенком. Я прошу тебя, верни сейчас же малыша. Нет, ты ужасная мать. Уходи, или я вызову полицию. Значит, это не мама, это моя бывшая жена. А я, получается, отец вот того малыша, который там кричал. Все, пошла отсюда. Вот так вот дверь перед носом тебе закрыли. И я верну своего малыша, несмотря ни на что. Походу, начинается огонь. Обучение базовой игре. Твоя бывшая жена пытается открыть окно. Закройте окно, прежде чем она войдет. Это же Резиденс Маскар какой-то, а не странный строгий. Это получается у нас и игра «Странная строгая бывшая жена». А вроде бы неплохо звучит. Если ей удастся проникнуть в дом, затем быстро схватите малыша и спрячьтесь в шкафу, прежде чем она поймает вас или похитит малыша. Все, я понял нашу задачу, в принципе, плюс-минус понятно. Используйте включатели света, чтобы держать комнаты освещенными. Только две комнаты могут быть освещены одновременно. И выжить до 7 утра, естественно. Это как бы главная задача, как и во всех странных строгих плейсах. Ну что, будем пытаться проходить, а что поделать? Так, шкафчики у нас есть. Давай посмотрим, что мы можем... Так, подожди-ка, где малыш у нас? Давай сразу же проверим, где у нас малышок наш лежит. А я вот не понимаю. А, вот он здесь. А, вот он лежит, маленький мой. Я, наверное, должен позвонить полицейским на всякий случай. Так, ну давай позвоним полицейским. Так, вот телефон. Так, давай проверим. Полиция, полиция! Алло! Почему никто трубку не берет? Я же звоню в полицию, что происходит? Ну что ты будешь делать? Полиция, какая у вас чрезвычайная ситуация? Моя сумасшедшая бывшая жена пытается влезть и похитить нашего малыша. К сожалению, сэр, вам придется подождать всю ночь, так как пока мы не можем найти никаких полицейских вблизи вашей области. Что? Как долго? Мы должны быть в состоянии отправить помощь около 7 утра. Хорошо, я должен защитить и выжить до 7 утра. Отряд будет в пути как можно скорее. Так, ну понятно. Короче, полиция мне не поможет. Но она приедет в 7 утра. И до 7 утра нам нужно продержаться, чтобы полиция забрала мою бывшую сумасшедшую жену. Я замерзаю, мне нужно снова разогреть печь. Вот оно что. Мне нужно постоянно разогревать печь. Все, я понял. Иначе здоровье падает. Отлично. Хоть какой-то челлендж здесь есть в этой игре. Так, у нас есть сторожевой пес, которого мы не активировали. Так, ну поехали, положим это все по-быстрому. У нас быстрый шаг из стамина. Ой. Отлично.
Ага, если мы кинем 2, то это будет 100. Ну давай попробуем 2 кинуть. Я пока не знаю, как будет звучать музыка или что, меня как-то предупредит, что жена пытается ворваться в дом. Так, ребенок. Ребенок кричит, нужно срочно включить эту музыку, иначе жена сейчас придет. Так, все отлично. Вот, вот как работают дрова, все понятно. Так, 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 повыше, стой, успокойся. Я включаю, я включаю. Все, не плачь, не плачь, шарманка включена, все. 60 секунд он будет не плакать, отлично. Так, стоп, Я слышу звук. Я слышу какой-то звук. А! Закрой двери. Это жена. Это жена! Я ее видел. Я ее видел только что! Она пытается обойти вокруг дома. Закрыть окно. Так, отлично, окна закрыты. Блин, я только что ее видел! Я только что видел ее. Ты же тоже видел ее, мне же не показалось. Пока вроде бы спокойно и тихо, вроде бы никого пока здесь нет. Так, давай заведем еще. Ах ты собака! Да в смысле, я же закрыл окно! Все, пошла отсюда. О, боже мой, у меня здоровье на 50... А, здоровье восстанавливается. Мама вышла из дома, закрыть дверь быстро. Так, подожди-ка, стой. Блин, опять она зашла. Все, пошла отсюда. Я малыша пока, видишь, берегу. А, вот я понял смысл в игре, но по крайней мере... Мама вышла, закрой дверь быстро. Быстро, 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 быстро. Дверь... Да ты за кого пала? Стой, 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 ребеночек мой маленький, стой. Подожди, нужно подумать, стой, нужно подумать. Пусть убежит куда-нибудь подальше. Все, бегом, бегом, бегом двери закрывать. Да ты задолбала, блин! Да ты задолбала! Иди отсюда! О, боже мой. Черт побери, мама меня убила! Вернее, не мама, странная, строгая бывшая жена. И мы прожили только до 2 утра. Попытка номер 2. Так, быстренько берем дрова и ложим их в печь. По крайней мере, я уже знаю, что куда. Так, ну хотя бы 3-4 хотя бы собрать. Она, наверное, в курсе. Изабель, это парень... Блин, пропадают дрова. Давай, закидывай, вот еще дрова. Все, отлично. Блин, дрова пропадают, нельзя так просто взять их и накидать там. Ладно, разработчик это продумал, окей. А, чел! Да двери ж надо было закрывать! Ну ё-ма... Так, а какое окно у нас открыто? Подожди. Давай включим. О, что-то она прям быстро залетела. Очень быстро. Так, детский таймер. Отлично, заведен. Так, все, чел. Давай смотрим окна. Здесь окон нет. Тут нет. Тут все закрыто. Так, что там у нас? Так, давай возьмем вот, короче, бревна. Она где-то бегает вокруг дома. Ну, я правильно понимаю, что да, вокруг дома где-то бегает. А нам нужно просто ее останавливать. Так, 43 секунды еще. Нормально, еще пополнили. О, господи, мне придется вот так вот бегать постоянно. Так, стопе. Окна, окна проверяем, окна. Обязательно проверяем окна, все окна. Чел, я слежу за окнами, ты там за показателями. Так, ладно, мы не можем запустить его просто так. Я по... Чего? У меня стамина закрывается. Пошла отсюда. Так, у меня здоровье восполняется. Боже! Давай, 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 давай. Есть! Так, закрыли дверь, отлично. Так, теперь нужно пойти собрать дрова. Вот сюда нужно. Давай включаем опять его детский таймер. Боже! А это не так просто, как кажется. Как она вообще попадает в дом? Быстренько взять. Господи боже, она прямо за мной была. Да двери закрой, чел. Все, отлично. Он хотя бы, смотри, ребенка спасает, уже неплохо. Все, отлично, 50 секунд у нас есть. Я попробую еще насобирать дровишек. Мне нужно хотя бы еще одно взять. И нужно будет... Да блин!
войти! Боже мой. Игрок держит малыша. Все отлично, он спрятался. Я надеюсь, конечно, на это. Быстро убегаем. Где? Какая дверь? Блин, я походу выхожу, она заходит. Как это работает вообще? Так, врубаем. Фух, это стрёмно. Так, надо посмотреть на таймер, сколько времени у нас уже осталось. Так, где... Ах ты! Ах ты, собака! Пошла отсюда. Не, ну она хотя бы не так сильно кромсает. Она выходит всегда из одной и той же двери. Как она надоела уже. Так, тут окно закрыто. Так, я надеюсь, она меня сейчас не поймает. Да блин! Да ты задолбала! Как сколько можно бегать-то, ё-моё! Так, все, прячься, прячься. Игрок держит малыша, все отлично. Так, все, бежим. А зачем мне молочная бутылочка? Я вот не могу понять. Для чего она нужна? Ты надоела мне просто уже. Все, 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 я ухожу. Боже, 69 хп. Что происходит вообще? Давай, 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 она еще не здесь. Все, отлично. Так, у нас 3 утра только. Давай шарманочку заведем, а то она уже на нуле. Ребенок будет плакать, мама его найдет. Нельзя этого допустить. Так, разместить малыша нам не нужно. Но у нас, в принципе, все четко. Смотри, а ну пошла отсюда. Так, она пошла в ту сторону. Давай быстренько возьмем дрова. Да ты не, ну ты прикалываешься, блин. Да ты издеваешься надо мной. Каждый раз, когда я беру дрова, она приходит за мной. А-а-а! Вот так вот. Так, она ушла. Я пойду быстренько возьму дрова. А-а-а! Боже! А, вот так вот, собака, вот так вот. В этот раз я тебя обманул. Так, нужно обязательно следить за тем, в какие окна она еще может пролезть. В этих ее нет. Тут тоже. А, чел! Вот так вот, иди отсюда! Ребенок никогда не будет твоим. Так, давай проверим, может быть она сюда и будет бежать. Закрыть окно. Закрыть, а как в смысле? Почему? Так, вот она. Вот она побежала. А, ты что думала, что я тебя не увижу или что? Давай иди отсюда. Так, она побежала направо. У нас 4 утра уже. Так, давай шарманку заведем. Блин, а окна, кстати, она открывает очень быстро. Вот что самое интересное. Так. Где? Где? Где она? Так, 49, что у нас тут? 20 секунд. В принципе, этого достаточно пока что. Чел сзади, чел сзади! Отлично, все. Так, я быстренько бегу, короче, за дровами. Так, она вроде бы не успевает меня догнать. Чел, сзади! Сзади! Я не могу! Вот псина, а. Вот псина, а. И догоняет же. Что? Что происходит? Что? А что происходит? Она ребенка украла, чел! Ну как ты мог? На тебя была вся надежда, она побежала в лес вообще. Ну офигеть. Моего ребенка похитили. Просто класс. Шикарно просто. Не, ну в принципе, плейс очень интересный. Мне даже понравилось. Хотя немного сложноватый. Но если бы, конечно, мой напарник бы не затупил, мы, наверное, бы все-таки его прошли. В общем, ставь лайк и пока.